все, мы на базе, вернулись домой, паркуемся, отдыхаем и едем готовиться к четвертому этапу уже, потому что он реально состоится уже супер скоро. А копеечка у нас стоит пока законсервированная, кто спрашивал, вот она в таком состоянии, как бы все есть, но надо собирать. Но пока нет бюджета на это дело, будем осенью брать.